Seems like we go on narrow path because sometimes we like fall down, lose enthusiasm. When our bhakti path became bigger size? Sadhusan. 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 Everything depends on sadhusan. They are telling. They are telling you the five garner leaves of bhakti, very, very prominent. Bhagavat Katha, listening to Bhagavat Katha, living in Mathura, yeah. And there is the Nam Sankirtan. Sri Murti, Sradhaya Seva, but everything it is sadhu sangha. If it is sadhu sangha, everything, then everything is successful. And without sadhu sangha, everything, you don't know so much power. So everything is sadhu sangha. Гурдев, вопрос слышали, да? Вопрос был такой, что вот... Вот говорили в Катхе, что вот путь бхакти он широкий, с него не соскользнешь. Но мы видим, что у нас как бы путь бхакти очень широкий. Часто бывает, что мы теряем энтузиазм, куда-то сваливаемся в материальную жизнь и так далее. И Мани Маджарити спрашивает, когда наш путь бхакти становится широким? Вот с какого пути уже, с какого момента мы уже не соскользнем? И Грудев отвечает, когда мы в саду санги. И Грудев говорит, что вот есть пять главных анг бхакти, да, то есть с Бхагават Шраванам, да, слушать Шримад Бхагават, потом Шимурти Шрадая Севая, служение божествам с верой, затем Бхагаватам Шраванам, слушание Шримад Бхагаватам, Харинама Санкиртанам и Мадхура Васра, проживание в Дхаме. Вот все эти пять анг, они очень могущественны, каждая, но все они должны к саду санги.
если они не в садусанге, то они не приносят такого блага. Поэтому наш путь бхакти становится широким, когда мы находимся в садусанге. So somebody asking my Gurudev, hello Gurudev, you are telling necessary sadhusanga, sadhusanga, sadhusanga. But I am staying far away from sadhusanga. Only sometimes I come to temple, ask me possible, our house doing sadhusanga. Then Gurudev will give a reply, but that time you are this, take shelter this scripture. When you read Chaitanya Bhagavat, you thinking he is the Vrindavan Das Thakur himself told this thing. When you read Manasikya, you think Raghunath Das, Goswami Dev give instruction. When you reading Upadesamrita, thinking oh Rupa Goswami, he gave me this instruction. That time you take the shelter of sadhu, this book. Yeah, Гурудев говорит, вот моего Гурудева спросили вопрос, что а как быть, если я вдали от саду, как получать садусангу? Гурудев ответил, что ты тогда принимай шикшу, будь садусанге с ачарьями. Например, когда ты открываешь читание Бхагаватам, то сам Вриндаван Дас Такур рассказывает тебе харикатху. Когда ты открываешь монах шикшу, то Рагунат Дас Госвами говорит тебе, или Упадишамрита, Рупа Госвами. То есть ты можешь через книги быть в садусанге с нашими ачарьями. Хорошо. Окей, горбе мананде, хари. Окей, джа.